Друзья, всем привет! У нас сегодня на обзор двухкомнатная квартира. Располагается она в ЖК «Крылатый». Квартира двухкомнатная с планировкой кухня совмещена с залом и отдельной спальней и совмещенным санузлом. По кухне. Кухня оборудована всем необходимым, включая большую посудомоечную машину, варочную поверхность, вытяжку, духовой шкаф и встроенную микроволновую печь. Обратите внимание, что вся техника хороших брендов. Вот. Далее, зал достаточно просторный, диван только что после химчистки, вот, и вся квартира, она только-только после клининга, то есть она в очень хорошем таком прибранном состоянии, то есть по факту заезжай, живи и не парься, как говорится. Вот. Далее, в этой квартире очень-очень большой балкон, квадрат, не знаю, 12, я думаю, сейчас вам покажу. Вот какой большой. Окна выходят у нас на противоположную сторону, не во двор. Далее. Далее. Здесь у нас располагается спальня. Спальня тоже достаточно немаленькая. Вот имеется такой шкаф, прикроватная тумба, такие классические бра и рабочее место со столом и стулом. Прихожая с таким вот шкафом-купе, достаточно глубокий и вместительный. Полы с подогревом, кстати, в санузле. И вот такой небольшой, но аккуратный санузел. Обратите внимание, какая стильная раковина прямо над стиральной машиной. Вот, квартира абсолютно вменяема в плане своих денег. Ссылку в описании оставим, где вы сможете посмотреть все условия, характеристики, вот, и связаться со специалистом по этой квартире. Спасибо.